Сейчас контроль, сейчас контроль. Вот так мы работаем, работаем, да. Всем доброго утра, друзья мои. Ну, уже не утро, уже обед. Опять у нас свадьба во дворе. Вы посмотрите. Сезон свадеб. У нас Мерсине. Все повылазили соседи на балкончики. И чья сегодня свадьба будет? Очень интересно. Вчера наша была со Шкивом свадьба. Мы столько нахохотались, столько повспоминали о нашей жизни за эти года, что пришли никакие, потому что мы и позавчера до 6 часов с ним бесились, танцевали. Вчера еле-еле собрались за весь день. И пришли пешком, наевшие, напившие, уставшие. Ашка мне цветы еще так красиво сделал, но я уже у нее телефон сел. Я вчера не обратила внимания. И самый интересный момент, когда мы сидели, ужинали, и мой Ашка вышел, но я заметила, что что-то меня ожидает. Вдруг мне там цветочник поднес цветочки. И как назло, у меня уже выключился телефон. Так что вот так мы вчера провели время. Насчет подарка. Мой Ашким хочет мне подарить ювелирное украшение, собирает на него денежку. Вот, и закончилось. И подарочек будет, ну, как соберется сумма у него, потому что это не из дешевых. Но я довольна, счастлива вчерашним днем. Это было просто круто, мега круто. Столько я не смеялась за последний день. Мы как пришли вчера и отключились в 12 часов. И я до сих пор почти до 11 спала. Так, ну кто тут у нас женится? Очень интересно. А я с утра себе отвариваю варенички. Эти варенички Наталья меня угостила. Буду сейчас кушать. Твой завтрак. А ну, посмотрим, что они там... Повыходил кто-нибудь? Нет. Ну, красивая музыка, не так ли? На каком этаже, интересно? Жара, жара, посмотрите, я раздетая, у нас лето. Где же жених или невеста, боже мой? Соседи мои тоже все повыглядывали. На каком этаже, на 8 или на 9? Мои цветочки. Ну что, буду я завтракать? Веселье продолжается. Жених приехал за невестой. Потом только идти за невестой.
дело, как бы. Может, кому-то не нравятся барабаны, а мне нравится, так как-то необычно. Мурат, Мурат всем руководит. А жених какой-то неповоротливый. Молодой парень как разошелся. В синей сорочке голубой. Я вареники себе отварила. Говорю, Ашкин, хочешь так? Нет, говорю. На завтрак нет. Придется сейчас ему делать хачапури. Все молодцы, браво, браво. От души потанцевали. Молодцы, молодцы. Что-то опять музыканты ушли. Ну, продолжение следует. Вот такое хачапури я приготовила моему Ашку ему. Смотрите. Обалденное тесто. Наверное, надо будет сделать отдельный рецепт, как я его готовлю. На йогурте. Сейчас посмотрим, сколько съест он. Ну, я знаю, что немного, потому что здесь очень много. Буду кормить его. А вот и я сама, друзья мои. Сейчас буду Ашкема кормить. И расскажу вам, что свадьба, оказывается, у нашего Капыджи Мурата. Он женит сына. И так как сейчас нельзя проводить свадьбу, он поехал за невестой и привезет ее вечером, наверное. Вот так мне такие новости сказал мой Ашкым. Иду кормить его. А вот и привезли невесту. Так быстро это все произошло. Свадьбы сейчас уже не делают. Вот, привезли невесту. Знаю, как пройдет веселье. Ну, красивая музыка. У нашего единственного Капыджи женился сын. Смотрите, все соседи вышли на балконе. Я не могу показать, что у нас. Вот и так заезжает свадебный кортеж. Счастье молодым. У него, знаете, какая история? Девочка откуда вам? Вот здесь она на первом этаже, у нас обувной магазин. Она там продавщицей поработала. Вот судьба какая. Посыпают конфетами, лепестками розу. Чтобы жизнь была в них сладкая. Нур и Эмиджан. Жених. Мурат как помогает. Сейчас танцевать буду. Открыл жених, глаз, поцеловал в лоб. Такой обычай. А теперь я тоже так поцеловал в лоб.
поджидала. На рабочем месте. А, Мурат пошел танцевать. Любит он танцевать. Закончилось, друзья мои. Вот так сейчас проходят свадьбы. Все соседи поддерживают и поздравляют Мурата и его семью. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.